Привет, ребята, с вами Дорн, канал Hammer of Fun. И сегодня у нас в гостях маньяки, убийцы и очень страшные ребята. Это Повелители Ночи. У нас небольшой ролик на 500 очков с довольно-таки динамичной и веселой по геймплею, на мой взгляд, расписочкой. Здесь у нас будет Демон Принц с крылышками. Мы дадим ему Warlord Raid One with the Shadows, чтобы врагу было очень тяжело по нему попасть. И также дадим ему, как вы думаете, что? Конечно же, коготочки. Коготочки, чтобы улучшить их до коготочков Повелителей Ночи, а именно Claws of the Stygian Count, которые будут резать противника так, что мало ему точно не покажется. Ну и из магии возьмем Deathhex, чтобы отменять инвуль. Сейчас это модно, молодежно, а также, к сожалению, тех, кто его носит, стало очень много. Во втором слоте трупсвилл у нас будут легионеры. Здесь просто 5 честных пацанов с болтерами, один из которых будет нести плазму. Легкий саппорт и небольшой скоринг в одном комплекте. Ну и довершает этот ростер 8 честных варпталонов, 7 обычных пацанов с сержантом, а точнее говоря, чемпионом. Эти парни будут метаться по столу, резать, кромсать, рубить и славить темных богов. Собственно, вся идея расписки в том, что Демон Принц и 8 этих верных пацанов на джампаках летают по столу, рубятся, скорят и делают миссии. В то время как 5 пацанов делают какой-нибудь хомскоринг, поддерживают огнем и прячутся в тенях. Собственно, такая расписочка. Надеюсь, вам понравится. Ну а с вами был я. Смонтирую это все, конечно же, Нарви. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.